был лучшим сыном, отличным братом, заботливым дядей, хорошим другом, готовым всегда прийти на помощь. Устима Лиганцева не стало в 28. Он погиб, защищая родину. В память об Устиме в школе номер 33, где он учился, открыли памятную доску. Уходят лучше. Наш с вами долг – чтить память тех людей, которые проливал кровь за наше с вами мирное небо над головой. Дорогие ребята, чтите, пожалуйста, память. Знаете, что в вашей школе учился настоящий герой. Родные и близкие Устима, учителя, знавшие его с детства, не могут сдержать слез. Устим родился 7 октября 1994 года. В школе 33 на мехзаводе учился с 1 по 9 класс. Срочную службу проходил в Бурятии. После армии остался служить по контракту в должности гранатометчика. Ездил в командировку в Сирию. С 2020 года ветеран боевых действий. В 2022 отправился добровольцем в зону боевых действий на СВО. Служил в 31-й бригаде десантно-штурмовой бригады пулеметчиков. Погиб 15 мая 2023 года в Клещеевке во время проведения специальной военной операции. Сегодня в родной школе Устима учится его племянник Макар. Инициативу предложили семья Лиганцева Устима установить такую мемориальную доску, и мы как бы охотно ее поддержали. Потому что действительно такие вещи, они развивают патриотизм в нашем современном поколении. В нашей школе сейчас учится племянник Максима, он учится в 1-м Б-классе, вот, поэтому для нас это особо ценно и значимо. Я здесь вырос, и мы в одном поселке с ним выросли, он чуть младше меня, но я его лично знал. Очень хороший парень, большое горе в семье. В память об Устиме Лиганцеве провели торжественную линейку для школьников. Родные и близкие погибшего военного, учителя и ребята возложили к мемориальной доске цветы. Андрей Бессонов, Петр Паламеев. События.